100 лет прошло. Всем привет, ребят. Сколько времени прошло? Сколько лет, сколько зим, да, давно не виделись. Сколько нас не было? Почти неделю? Что? Ой, задание приеду. Пришли только со школы. Сегодня мы поехали за продуктами. Покупала я суши, но мы уже съели какую-то часть. Это вам, типа, каждому. Я хочу кушать. Ты тоже? Тебе нравятся суши? Ты разве суши кушаешь? Привет всем скажи. Привет. Привет. Как дела? Как дела у вас, ребята? Что новенького рассказывайте? У нас ничего новенького. Ой, клубничку я нашла. Дай хочу. Ну, Макс, нужно помыть. Ну, тот. Не очень сладкая, но все равно вкус немножко есть клубнички. А ручки ты помыл? Нет. Иди мой ручки. Не как дела в школе? Хорошо. Нормально все? Так, так, Ксюша еще не пришла почему-то, обычно она первая. Все, ручки помыл, бери клубничку. Макс не ест? Тебе одну такую, и ты уже съела, да? Две вот такой. Ты уже две съела, значит, тебе любая из этих одна. Каждому по три. Скажи всем привет! У нас такая погода не нормальная, да? Погода вообще непонятная. Кстати, да, на воскресенье всю следующую неделю передают снег. Нет. Представляете? У нас уже все цветет, у нас уже цветут цветочки, деревья цветут. Представляете, у нас штормовое предупреждение. Сегодня утром было так хорошо, солнышко, было тепло даже, да? Утром. А сейчас вот я пошла за Максимом в садик, ветер холодный. Еще пришли гости дорогие, проходите. Я купила вот такой вот фондю. Будем с хлебом есть. Знаете, вот так вот растапливается сыр, макается хлеб. И вот такими вот длинными вилочками, вот такими вот берется и кушается. Мы тебя ждали и ушли. Я там наверх пошла. Там, где киндер картинка появилась. А, понятно. А то мы стояли, ждали. Я думаю, все, Макс в туалет захотел, мы побежали домой. Так, вот такая вот электрическая штучка. Вот так вот ставим. Здесь у нас сыр. Теперь нужно включить. Я буду резать халебы. Включаем. Каро, суши. И включаем здесь. Все, она будет теперь нагреваться и будет плавиться. Да, отсюда вот такая крышечка. И нам нужны вот эти вот вилочки. Нужно сначала один положить, чтобы мешать. Да, и вот так вот они будут здесь держаться. Маленькими кубиками надо резать. Нож хороший надо. Нож-пила. Да. Но это потом очень сложно. Смотрите, так вот у нас растаял, растопился сыр. Запашок, ну не такой вонючий, да, мне кажется? Мама, так, я немножечко убавлю, чтобы он не пригорел. Мама, я бы хотела вот это скушать. Угу. Все, на стол ставь. Это старый вообще тренд. А вдвоем, если? Мы можем вместе сделать, сможете? Мы в школе делали вот так, мы сидели все вот так, потом мы делали вот так, и потом давали вот так. А, менялись, да? Еще давно научиться, когда еще тренд только был. Да, получается. А я еще просто фарфор. Так, все, приятного аппетита. У всех вилочки есть. Нет вилочек. Я такое не ем. Я один только могу попробовать, мне не нравится. Existen cuatro tipos. Los escalfing. Горячая, нет? Нет.
тренинг де позиционис. Он лучше, чем другой. Да, другой. До этого мы брали один, он был горький очень сильно. У кого сегодня школа воды? Сегодня очередь Ксюши оставаться дома. По пятницам. Маргоша пошла. В обед у нее занятие. У тебя спорт, что ли? Ну, у меня еще чир. Чир? У тебя чир? Чирлидинг? Ты же сказала, что все, больше не будешь ходить. Или будешь? Угу. Да? На гимнастику я больше не буду. На гимнастику нет, на чирлидинг, да. Все с вами ясно, мадам. Ну ладно, давай. Куртку обязательно, там ветер холодный. Пока. Надень куртку, сказала, быстро. Быстро. Давай. Ничего не могу понять, что такое происходит с Ютубом, потому что я уже, не знаю, часа два сижу, загружаю видео на канал Маргариты. Ничего не получается, идет проверка. Я уже удалила, заново загрузила. А где Маргарита? Время уже... Маргарита в школе. Видео вышло у Ксюши. Так что, если что, на ее канал переходите, смотрите ее видео. Я не знаю, выйдет сегодня у Маргариты или нет, но что-то не так. Кстати, если вы заметили, у Маргариты на канале на трех последних видео выключили комментарии. И я включить их не могу. Просто выключили. Вот тематика видео совсем не детская. У Ксюши ни одно видео еще не было заблокировано. Не то, что заблокировано, просто оно у YouTube сам автоматически, не знаю, каким образом, находит. Канал отмечен как не детский. Ну, не знаю, как-то каким-то образом компьютер определяет. У Ксюши ни одно видео не было определено как детское, детский контент. У Маргариты, по-моему, видео 5-6. Я боюсь, что ей отключат комментарии, так же, как и отключили нам на влоговом канале. Будет очень неприятно. Так, вот это вот видео. Уборка туалетного столика. Я не знаю, при чем здесь детский контент, да? Крашу волосы. И макияж Каролина делала Маргарите. Вот эти три видео определены как детский контент. Да. Ну иди гуляй с ней. Мама. Давай. На улице. На улице. Солнце. Сейчас, подожди. Я уже два одинаковых видео загрузила. Я сначала подумала, что с этим что-то не так. Может быть, там какие-то ошибки. Но вот я два загрузила, и видите, тут написано, идет проверка. Вот это уже почти два часа идет проверка. Уже все, пошли на улицу. Меня уже раздражает это все. Что тут дети наделали? Они здесь устроили пикник, я смотрю. Здесь апельсины, яблоки, мама, ветер очень йогурт сильный. И очень сильный ветер, кстати, да. Ой, сейчас мы снесем. Но солнышко светит, а ветер дует. А зачем они это открыли? Оно же может поломаться от ветра. Опять у нас Бонни выгуливает Ксюшу. Ксюша бегает по кругу. Всем привет. Ксюша, угомонись, собака уже не понимает, в чем дело. Она мокрая. Ой, какой ветер дует. У нас там парус. Парус взлетает. Бонни, мячик где? Мячик? Мячик! Давай еще раз, два, три, четыре. Так все, не нравится. Она боится? Не бойся, Джуми. Наконец-то, представляете, загрузилось видео спустя 3 часа. Да, спустя 3 часа загрузилось видео. Вот оно. Давай, теперь ты батл. Чего? Батл танцев из Fortnite. Махну. Ты танцуешь теперь, танцы, видишь, она станцевала. А ты девочка, она так делает, так. Ксюше скучно, она хочет делать шоколадную колбаску. Было вот же какао, ты понимаешь? А, ну вот видишь, я же тебе сказала. Ксюше хочется что-нибудь вкусненькое, но она не знает, что. Да? Я тоже хочу что-нибудь. Просто печенье скучно. Уже пошла только за какао, но взяла она еще. Конфеты и чипсы. Когда я, например, зачем-то еду, я всегда что-то жду. И вот такой вот какао. Еще одну сейчас раздолбаем упаковку. Да? Только нужно ее куда-то, наверное, в другое место. Да? Что-то мне посмотреть. Сейчас представь себе, так вот перевернется и все на пол. И не будет тебе никакой шоколадной колбаски. Будет челлендж у нас с Ксюшей, кто первый съест. У нас, видите, длинные конфетки. Готово? Раз, два, три.
Сколько метров? Ну, не заходит. Ты выиграла. У меня всегда выходит. Я победила. Раздолбали все печенье? Раскрошили? В общем, я не знаю, я буду делать на глаз. Мне лень искать рецепт опять. Сейчас растопится масло. Я добавлю какао и молоко, да? Масло тебе сейчас растопится. Масло нужно делать. Еще. Если сейчас переборщим, то будет вкусно. То будет очень сладко. Молочка добавляем. Это добавляем в наши печенюшечки. И перемешиваем. И вот так. Так вот раз. Это не раз. Значит, еще дольем молочко. Самое главное, чтобы не было сильно это... Пустое? Да. Нет, жидкое. Нужно было сахар добавить. Давай сюда еще молочко с подогреем и сахар. Потому что все-таки немножко густовато. Суховато, то есть не густовато, а суховато. И немножко нужно добавить молочка. Рыжая моя лисичка. Ты лисичка моя? Ах ты, лисичка. Ну смотрите, она уже все отдыхает. Она уже приготовила, устала, бедная. Давай, доставай пленку. Пленочка есть у нас? Вот. Нет, пленка вот эта. Берем пленку. Это не пленка. И будем заворачивать вот эту пленочку сейчас. Нашу колбаску. То есть пока еще не колбаску. Пока это еще просто каша-малаша какая-то. Да? Какую делать? Широкую? Что ты делаешь? Или не широкую? Не знаю. Что ты делаешь? Теперь мы сейчас ее... Колбаску делаю. Что я делаю? Колбаску. Так, сейчас будем ее сформировать колбаску. Кушать? Да, будете кушать это. Ну, она еще должна это. И вот сейчас мы так вот ее завернем. Не я. И в холодильник уберем. Вот, да. Все, такая вот колбасочка. Ну, пойдем. Надо вот. Бонни испугает. Опа! Нет! Ну не с той стороны. Ребята, я уже пришла со школы. С улицы. Я поздно пришла, потому что я забыла. Там у вас, между прочим, часы, прям церковь возле школы. Да, ну мам, ты думаешь, видно, потому что очень темно вообще. А там что, фонариков нет? Кто еще не смотрел видео у Маргариты на канале с ее перестановкой, наверное, они сейчас думают, о боже, где Маргарита, почему она в другой комнате? Это ее комната, представьте себе, она опять перестановку сделала, сумасшедшая. Может быть, ты у меня в комнате сделаешь перестановку? Как? Не знаю, как-нибудь. Переставить что-нибудь, передвинуть или умазать. Там ничего не передвинуть. У тебя хорошо получается? Ну, она только шкаф переставила. И получается, у нее гардеробная намного шире, в два раза шире, да? Она стала в два раза шире. И кровать, получается, в угол. У Ксюши раньше здесь стояла кровать, да? Сюда вот. Развернула кроватку и поставила сюда тумбочку. Такие интересные, они отключили отопление. Получается, я могу вон там отрегулировать, если я вот включаю. Я вот здесь вот включаю отопление. Вот так вот, например, включу на всю, вот, на полную. Но ничего не греет. Пол не греется. Они отключили там внизу. А нам передают снег на следующей неделе. И снег будет идти всю неделю. Я не знаю. Если, может быть, погода поменяется. Но, в общем, передают надеюсь, снег. Передают снег. И будет холодно дома. Вот, а мы еще живем, а получается... у меня и так раньше да, тоже не работало. А мы живем на первом этаже. И у нас пол холодный. Я вам так скажу. Я хожу в носках даже. И мне холодно. Я потом буду ходить в тапочку. Смотрите, Бонина любимая игрушка. Да, этот вот мячик, он светится. О, да. Почему? Вот он вот так вот светится.
И она любит за ним бегать. Брейкфаст. Бонни, сюда неси мяч. Бонни, дай, дай. Спасибо. Ау, она меня укусила. Пожалуйста. Нравится тебе твой бебьёна? Вот такой вот малыш. Сегодня мне папа подарил. Так коробку-то не мочи, она сейчас на руку поставила, тебе нужно. Ой, вот ты вот такой есть. Вот у, теперь, у тебя теперь есть самый большой Бэби Йода и самый маленький, да? Да. Я так понимаю. Маленький, а средний такой? И большой. А такая? Да, там есть разные, это коллекция да. целая. И... Так, все, зубы чистим и отдыхать. А я хочу вот такой. Ой, это вот так. Вообще-то это моя зубная щетка. Ой, как она помечает? Это не для зубной щетки. Твоя где зубная щетка? И я тоже буду отдыхать уже. Что мне еще голова болит? Я с тобой буду отдыхать. На твоей кровати. Я буду одна отдыхать, спасибо. У меня уже выходной. У вас здесь дискотека, да? Да. Разные цвета. У меня уже выходной. У тебя выходной? Я рада, что у тебя выходной. У всех выходной. Все, отдыхаем. Все. Отдыхаю. То ли я заболела, то ли что, не знаю. Блин, голова. Да. Все, всем пока. Всем пока. Всем пока. Пока-пока. Ставьте лайк. Да, ставьте лайк.